Воу-воу-воу, ты посмотри, иду я такой домой, а здесь... Блин, может его покормить? Да что ж такое-то? Как же мне сегодня фартит? Профукал золотого слайма и этого белого котейку. Ну, пипец. Эй, приветище, мы снова на ферме слаймов. Да, и сегодня знаешь, что мы сделаем? Сегодня мы с тобой откроем доки, попытаемся покормить охотничьего горда, то есть вот такую вот невидимку, только большую, пухлую, закормим его до смерти. Также нужно еще собрать вот это вот, это как она называется? Мятная манго, и покормить наконец-то охотничьего. А нет, это же медовые слаймы любят мятная манго. Вот, сейчас мы их покормим любимым блюдом. Медовый, смотрите, что я вам принес. Здесь у меня уже стоит погофрукт. Значит, мы его сейчас отсюда вытащим. А мятненькое вам, пожалуйста. Вкуснятину кушайте. А вот эти два я сейчас прямо искормлю им. Держите. О, как же это вкусно, да, наверное? Да, любимые блюда им всегда по вкусу. Вас мы покормили. Теперь нужно охотничьего покормить любимым его блюдом, кукарикуном. Эй, охотник, охотник, повернись. Держи. Да, вкуснятина. Отлично. И вот тебе еще в придачу две курицы. Это потом, на обед и завтрак. А это я заберу. Доки-доки-доки. Доки-доки. Я пришел в доки. Ха-ха. Ну вся, я его сейчас открою. Посмотрим, что же у нас там такое. Давай. Доки. Укупить. Юху. Так, если я еще раз нажму. А, ну тут это инфа про доки. Ну что, спускаемся вниз. Посмотрим, как здесь круто. О, смотри, здесь водопад с уточкой. Уточка. Какая она здоровая. Даже в пушку не помещается. Блин, да я здесь купаться буду. Фонтанич, наконец-то есть свой 32-дневный пот. Смою хоть, наконец-то. Кстати, надо сюда лужицы переместить. Да, по-любому надо. Нет, не переместить, а принести новеньких. У меня будут там лужицы и здесь лужицы будут. Вот. Что у нас здесь? Значит, здесь у нас будет... Я даже не знаю, что сюда посадить. Точнее, что здесь делать? Загоны или ферму? Так, посмотрим, что у меня еще. Мусоросжигатели есть. Так, погоди, тебе это не нужно. Сожги. Ну-ка, давай почитаем поподробнее, что это такое. Короче, я понял. Это нужно для огненных слаймов. Огненные слаймы едят пепел, а пепел мы можем получить когда что-то сжигаем. Короче, это отстой, вот. Что здесь прям так и написано? Это отстой, так что тебе это не нужно. Ну вот, я в принципе согласен. Значит, здесь я открою пруды. Здесь у меня будут пруды и куча лужиц. Лужиц, сопелька слаймиков, как я их люблю называть. А что у нас здесь? Давай сейчас здесь разведочку быстро проведем. Воу-воу-воу, погоди, туда еще можно сходить. Ну, пойдем сходим. Разломанные какие-то доки я купил. Какую-то бомжатню. Активируем. Море напоминает нам о нашем высшем предназначении, Беатрикс. Ой, короче, какие-то сопли. Сопли неинтересно читать, пойдем. Прут у нас стоит 450. Давай купим его. Вот так вот, а вот и прудик. Да, можно поплескаться. Ну что, значит, сейчас мы направляемся на охоту за сопельками. Ну, лужицами, слаймами. Ну вот, мы пришли почти. Опачки, так, стопэ. Где моя водичка? Вот так. Все. Не мешай мне, пожалуйста. Ай! Блин, все-таки воткнулся в него. Так. Опачки. Курочка застряла, надо ее вытащить. Извини, кур. Походу, ты конкретно застрял. Даже я тебя не вытащу. Все. И смотри, смайлы просто об стенку бьются, чтобы достать эту курицу, но никак не получается. Да, смайлы, я вам сочувствую. Она конкретно от нас спряталась. Ладно, пойдем. Мы уже почти дошли до соплей, до лужицы слаймиков, как я их люблю называть, сопельками. Но нереально на сопельки похоже, так что не обижайтесь. Так, идите сюда ко мне, пупчики. Я вас сейчас всех тут заберу в роскошное местечко. Хотя у вас тут получше, конечно, но вы мне больше нужны там, чем здесь. Веду охоту на сопли слаймы. Они спрятались. Куда вы зашкерились? Где же вы? Где же вы? Неужели я всех собрал? Вы что, издеваетесь? Опачки, нифига себе. А, не могу открыть. Так, надо залезть сюда на горку, посмотреть на всех свисяка. Давай. Ну же, почти залез, ты чё? Вот так. Опачки, что я там увидел? Ну-ка, пойдем заберем. Давненько я здесь не был. О, здесь еще и горда. Вай, что это такое? Ну-ка. Индигониум.
Знатоки тяжелого металла часто называют это хардроковую скалу, дип какая-то фигня. Странный бриллиант. О, странный бриллиант, он же мне нужен был. Очень странный, но еще более ценный. Офигеть. Так, Гордо, ты любишь овощи, да? Значит, нужно еще вернуться за этим, Гордо, тоже его бомбануть, и потом за охотничьим бежать. Так, все, валим отсюда. Так, я сейчас нахожусь здесь, я не был еще вот здесь. Хочу сюда попасть, посмотреть, что это у нас там. Так что нужно найти проход. Так, проход. О! Вот это, наверное, проход. Кажется, я здесь еще не был. Пойдем-ка глянем, что у нас тут. Какие слаймы цветные, разноцветные. Нифига себе, как это я тогда пропустил это местечко вообще? Блин, а у меня места нету, чтобы их взять на экспертизу. Блин, ну вообще пипец. Ты посмотри, какие они крутые, разноцветные, как пони цветные, радужные. Ну не, конечно, это не пони. Ладно, все, я сейчас сюда вернусь. Хорошо, когда есть телепорты. Бжих, и ты почти дома, по-моему, да? Я же почти дома. Я совсем забыл, куда этот телепорт. А, все ясно, куда этот телепорт ведет. Я здесь в одной из серий, по-моему, упал в воду и профукал куча всего. Все, я вспомнил эту местность, поэтому я отсюда никуда дальше-то и не пробрался. Ладно, полетели туда, посмотрим, что там. Так, я там что-то вижу. Что это такое? Ночник! Эх, блин. Привет, смайлик, у меня места как обычно нету. Вот. А если я его так возьму? О, так получится. Ну что, понесли домой. Что это? О, тут курицы прыгают со скал. Суицидные курицы, боже мой. Так, сейчас посмотрим по карте. Ну, я почти добежал до дома. Вот так вот. Жих. И, в принципе, я дома, да? Сейчас пойдем на разведочку. Давай ночник вон туда запульнем. И полетели за ним. Курица, тихо. Ну, давай я тебе помогу. Все, лети. А говорят, курица летать не умеет. По-моему, это огромный просто курятник. Здесь ни одного слаймика даже нет. Ночник, я иду за тобой. А, нет. Нет, слаймы, причем очень злые слаймы здесь есть. Они обитают. Ой, тупик. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, куда бежать? Куда бежать? Я с ночником еще. Так, да ё-моё. Ребята, тихо, не обижайте меня. Я добрый. Фух. Блин, я с этой игрушкой как с погремушкой бегаю. Так, походу нам вот сюда. Бежим сюда. Ну, наконец-то я дотащил этот светильник, блин. Аллилуйя. Радует только одно, что он неразбиваем. Можно его пулять вот так вот, и ему ничего не будет. Так, интересно, куда его затолкать-то можно? Не думаю, что хорошим местом для него будет возле фосфорных слаймиков. Так, куда же его поставить? Может, на вход просто вот сюда вот так вот шлепнуть? Вот так вот. Пускай здесь пока постоит, что-то он плохо стоит. Наконец-то встал. Вроде стоит. Ладно, пускай здесь стоит. Если у вас есть какие-то предложения, куда его поставить и куда его желательно поставить, пишите, пожалуйста, в комментариях, потому что я вообще не представляю, куда его можно засунуть. Но пока он будет стоять здесь. Еее, лужи смайлы, у вас здесь даже игрушечка будет. Идите, купайтесь. Поздравляю вас с новосельем. Что мне нужно еще? Я решил, что я уберу отсюда два вот таких вот пруда. И сюда сделаю загон тех самых радужных пещерных слаймов. А еще местечко найдется для странного бриллианта? Не, походу не найдется. Беда. Блин, и куда этот странный бриллиант сунуть? Ладно, пойдем посмотрим, что мы можем из него сделать. Так, странный бриллиант. Куда тебя можно втолкнуть? Странный бриллиант. О, сразу же, странный бриллиант. Можно сделать розовый телепорт. Единственное, у меня нету глубинного соляного раствора. Надо бы где-нибудь покопать и достать его. Значит так, пошли пока овощи соберем. Надо собрать овощи, накормить того Гордо, скалистого Гордо. Потому что есть вероятность, что в нем скрыт ключ, который поможет нам открыть еще одну локацию. Ненавижу долго бегать, оббегать все это. Это просто пипец. Поэтому ищем кратчайшие пути, а кратчайшие пути это, конечно же, скалы. И мой джетпак. Сейчас вот здесь вот попробуем пробраться. Ох ты, какое-то местечко тут интересное. Ну-ка.
Зря я, наверное, отсюда спрыгнул. Опачки. У-у-у, золотой слайм, подожди, подожди, дай я тебя покормлю. Ты же... Он в стенку ушел. Блин, это был золотой слайм. Если бы я его покормил, он бы мне дал золотых плортов. А-а-а, как он в стенку мог уйти? Он что, разве призрак, что ли? Ну, пипец. Как же так вот фартануло раз в жизни и просто профукал свой шанс. Ну что, копим энергию и летим, как на самолете. Вуху, надеюсь, у меня хватит энергии. Если не хватит, это будет очень печально. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Да, получилось. Падаем. Что называется, сократили путь. Так, здесь у нас был еще один тайничок. Я его в прошлый раз не открыл, специально оставил сейчас, потому что мест не было. Что у нас здесь? Побух. У-у-у, лужайка мятной травы нам попалась. Да. Буду жевать ее, когда выращу. Эй, гордая старина, я пришел к тебе с овощами. Конечно, не твой любимый сердцевекла я притащил, но тоже ничего, морковочка. Сегодня у тебя диетическая еда. Морковь. Это каротин. О, по-научному прям. Давай, кушай. Целых 50 морковок тебе надо съесть. И еще 2 око-око. Во. Ну ты пипец, жиробас. 50 морковок съесть. Сколько ж так? О, ровно 50 хватило. Бу-бух. О, смотри, смотри, какие коробочки прикольные. Коробочки сла. О, офигеть. Это, ой-ой-ой, ребятки, подождите. А ну, разойдитесь. Разойдитесь, там, там что-то всего столько интересного поупадало. Да, блин. Проще так сделать. Иди сюда. Блин, какие коробочки, я таких ни разу не видел. Прям сюрприз какой-то. Так, и там что-то еще было. А, нет, это... Это телепорт в какие-то новые места. И тут смотри, какой... Мяуровое украшение, нифига себе, прикольно какой, смотри. Надо будет где-то дома повесить. Так, око-око можно, значит, выкинуть. Пускай оно здесь будет. Что ж у нас там в коробочках интересненького? Ха, смотри, еще одно куркуринное украшение. Значит, здесь тоже украшение. Так, скалистые, идите вон, покушайте. Покушайте, не мешайтесь, пожалуйста. Мне нужно свободное место. Так. А, еще один миуровый. Понятно. Все. Пойдем сейчас соберем тех разноцветных скалистых слаймиков и потом вернемся сюда, к этому телепорту.